Итак, дан старт первого заезда. Приз улова. Со старта сбоили покой и виспа. А бег возглавила Габриэла. Пятый номер. Габриэла ведет бег. На второе место вышел покой. На третье Макарена. Далее Пакля, виспа. И замыкает светлая улыбка. А бег ведет Габриэла. Пятый номер. Под управлением наездника Михаила Машинца. Участники первого заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. За 34,2 пройдена первая четверть, сбоит Макарена. Участники заезда проходят перед трибунами, сбоит светлая улыбка. А бег уверенно ведет пятый номер Габриэла, на втором месте покой. Далее Пакля, Макарена, виспа и замыкает светлая улыбка. Габриэла, лидер первого заезда, подходит к отметке второй четверти дистанции. За 34,6 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег уверенно ведет Габриэла, но к ней подъезжает второй номер покой под управлением мастер-наездника Владимира Матусевича, сокращает расстояние. На третьем месте с большим просветом по-прежнему Пакли и Макарена, сбоит покой. Сбоит Пакля. А бег ведет по-прежнему Габриэла. За 36,1 секунды пройдена третья четверть дистанции. Сбоит Макарена и светлая улыбка. А Габриэла, лидер первого заезда, выходит на финишную прямую. На втором месте покой. На третьем месте Макарена. Очередной сбой у покоя, третий сбой. Выигрывает приз улова. Пятый номер Габриэла под управлением Михаила Машинца. Вторым финиширует второй номер покой. Далее Макарена заканчивает дистанцию. Пакля, виспа.